Приветствую всех на своем канале. Сегодня будем спасать мою цветунью, которая без корней. Я вам в прошлом видео показывала ее, а в этом видео мы будем ее спасать. Подробно покажу, как я из этих вялых, сморщенных листочков выращиваю нормальные растения. И корешочки, все должно прийти в себя. Для начала освобожу ее от палочки, от крепления. Цветонос обрезать не буду. Посмотрите, какая ужасная корневая система. Вот этот один корешочек жизнеспособный. Из этого корешочка, я думаю, что-то получится. Цветоносы тоже попытаюсь сохранить. Вот я освободила свою красоту от крепления. И как ее по-другому назвать? Конечно же, я назвала цветунья без корней. Конечно же, цветунья. Посмотрите, какое прекрасное растение, сколько она цветов распустила, не имея на это корневой системы. Сейчас вам все покажу, подробно расскажу, вы все поймете и все сделаете так, как я, и у вас все получится. Вода у меня отстойная. Это у меня 1,5-литровая баночка. Вот они, еще на банках написано ХОС, старинная банка. И я беру препарат HB101 или NV101, так как он называется на упаковке, пишется натуральный виталайзер. Можно и так его назвать. Это не играет роли. Главное, чтобы вы купили не подделку. Если вы купите подделку, он не так работает. Ну, в общем, подделка есть подделка. Открываю колпачок и капаю на 1,5 литра 2 капельки. Сейчас покажу, чтобы видно было. Немножко у меня штатив поломался. Я другой взяла. Раз. Два. 2 капельки. Этого достаточно. 1,5 литра воды. На литр я капаю 1 капельку. Но сейчас у нас орхидеи в очень плохом состоянии. И беру миску и выливаю эти 1,5 литра. Вот видите, какая банка, 1,5-литровая баночка, в мисочку с водой. Теперь в эту миску я добавлю, у меня есть препарат. Вот, посмотрите, пожалуйста. Разведенный фитоспорин. Я немного сюда добавлю. Вот так открою крышечку. Вот столько. Достаточно будет. Теперь мне нужно это все размешать. И погружу свою цветунью в этот фитоспорин вместе с листочками. Вот так полностью. Сначала одной стороной, затем поверну ее на другую сторону, чтобы она напиталась этой жидкостью. Смотрите, как я ее погрузила полностью. Все. Желательно все листочки погрузить в жидкость. На минут 20. Так как я орхидейку погружала полностью, всю листву, я ее подвесила вверх ногами на кухонную стоечку, для посуды, на такой крючок, чтобы с пазух листиков вся водичка стекла. Видите, я перевернула, и она действительно вот стекает. Пускай немножко подсохнет, она длинная, цветонос вот я не обрезала. Так как говорила, что оставлю. Цветы тургор не потеряли, они очень плотные, хорошие. Надеюсь, что через время листики тоже примут свою плотную форму. Будем наблюдать за этой орхидеечкой.
Я буду вас держать в курсе, все рассказывать новости про нее. Затем, когда обсохнет моя орхидейка, из пазух листиков выйдет вся водичка, я поставлю ее на такую систему. Вот взяла горшочек здесь с выемкой, по краю горшочка обложила керамзитом. Сейчас налью воды. Вот так, чтобы керамзит был влажный. А на вот эту выемку я поставлю свою орхидейку попкой, чтобы она не дотрагивалась воды. То есть влажность воздуха вокруг будет хорошая. И таким образом моя орхидейка будет наращивать корни. А через время, раз в неделю, где-то я буду погружать ее в препарат HB101. И посмотрим, что с ней произойдет. Буду держать вас всех в курсе. Моя орхидея еще совсем не подсохла, но я вам покажу, как я ее выставлю в горшочек, чтобы вы видели, так я ее обратно повешу на этот крючочек. Вот на такой крючок я ее повесила за цветонос. И сейчас покажу, где она будет жить. Вот так я ее размещу в этот горшок таким образом. Цветонос, конечно, упру об стеночку, так как он очень длинный. Но вот так вот она будет у меня находиться, наращивать свою корневую систему. Через какое время нарастет корневая система, я вам буду показывать, рассказывать. Все будем в курсе. Я напишу, что сегодня 25 мая, чтобы мы знали, когда с ней произойдут какие изменения. Спасибо всем за внимание. Оставайтесь на моем канале. До свидания.